Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Здравствуйте, мои дорогие подписчицы и подписчики, а также гости моего канала. А сегодня я решил забацать булочки с корицей. Вот, ну не знаю, как получились, там тесто подходило где-то часа полтора-два, наверное. Что-то они не очень пышные получились. Надо было часов пять, потому что они бывают пышные такие. Ну ладно, что получилось, то получилось. Выпекал я где-то минут 45 при температуре 180 градусов. Посмотрим, как они, ничего. Обычно они подгорают, а здесь вроде они не подгорели. Не знаю, я шпажкой пробовал их, это самое, втыкал. Вроде ничего это не втыкается. Так, сейчас вот 10 штук я... Что-то такое получилось. Фига себе, какая-то тряпка. А это я брал это самое. Поддевал их, я менял их местами. То есть надо их менять местами, потому что верхний обычно подгорает, а нижний плохо выпекается. Поэтому я здесь их менял местами. Сейчас вот я 10 штучек отберу, пакетик приготовил. Здесь соседки угощу этими, их там народу много. По два их как раз, по две булки им хватит. Остальные мне вместо хлеба. Я хлеб... Тут раз купил хлеб, батон, думал, мне хватит вот на неделю. Блин, открыл, а он зеленый. Пришлось всю эту практически целую булку выкинуть этим птицам, голубям. Вот хлеб я не покупаю, поэтому мы раньше много покупали, там по 5, по 6 батонов покупал, там хватало дней на 10. Ну тоже, смотря какой, кто печет, некоторые хлеб долго это держится, а некоторые прям на третий день раз и зеленые, все. Ну, в общем, решил я заняться выпечкой, так как на этом канале все для огорода не выпекал такие булки давно уже, решил здесь себе печь. А потом у меня еще предстоит выпечка, что там, я шарлотку хотел выпечь, но думаю, шарлотка подождет, потому что у меня там 5 яблок, я не знаю, хотелось себе и пирожки сделать с яблоками, я очень люблю. Но с ними так долго, это надо тесто, потом раскатать, потом яблоки. Ну, может быть, в следующий раз сделаю, ну, сколько там, ну, дня через 3, может быть, все-таки решусь. Надо яблоки их отрезовать, чтобы они здесь не оставались. Наверное, пирожки так и сделаю. Шарлотку не буду пекать, лучше пирожков напеку. У меня как раз есть 4 килограмма муки, сделаю побольше этих пирожков. Вот жалко, лука нету. Можно было лук, яйцо еще начинку сделать. Яйца-то у меня есть, а лука нету. Ну, я имею зеленого на перо. Ну, может быть, куплю. Вот, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. Я выпекал из муки селяночка. Вон она, желтый пакет у нас. Масло такое использовал. Ну, это здесь просто масло растительное, чтобы не пригорело. Вот. Сейчас она остынет, я здесь выберу... Самые такие крупные булки, 10 штучек. Соседку позову здесь, она мне... Мне нужно что-то сделать. Надо это попросить, чтобы она мне спину натерла чесночным. Ну, то есть я чеснок натру на терке, она мне пускай разотрет всю спину. А то здесь одну соседку звал, блин, она... Нет, нету, кого-нибудь мужика позови, блин. Мужика кого-то позову, блин. И не согласилась, нифига, блин. Соседи называется. Я говорю, тебе и это, венца налью бутылочку, и какой-нибудь пирожок сделаю, спеку. Не, так не пришла, нифига. Я ее телефон выкинул, нафиг нужно эти соседи, блин, которые... Мы всегда ее и угощали вином, я и бутылку вина давал самодельного, и там картошки давали, луку, все, что... На даче росло, то есть мы как бы давали все. Нет, неблагодарные люди, соседи особенно. Спасибо за просмотр, с вами канал «Все для огорода». Жмите на колокольчик, подписывайтесь, жми. Так как мало подписчиков, часов просмотров еще надо половину набирать. Именно до 4000, мне там набралось только 2000. Вот, роликов сделал 750, наверное. Вот, снимаю сейчас с рук цифровым фотоаппаратом
Canon EK190. Ну ладно, спасибо за просмотр. Сейчас этого они сейчас остынут. Я даже не стал их смазывать. Обычно я желтком смазываю, чтобы они были красивые, там румяные такие. Я не стал, думаю, и так съедят. Мне бы дали бы, я тоже съел бы. Но такого не бывает, чтобы кто-то принес, что-то подарил, типа пирожков, типа угостил. Это раньше у нас как бы было заведено, там соседи, там придешь, и их пирожки мы делаем, мы их угощали, они что-то там, что-то делали, нас угощали. А сейчас нет, такого не бывает. Спасибо за просмотр, с вами канал «Все для огорода», жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Всем пока-пока.